have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами в некой библиотеке, не постесняюсь, то... Да, это великая библиотека, а не просто некая библиотека. Ёлки, оно... Вот я варвар, да? Мне чай принесли, а я его бить сразу. Не, ну нельзя было так поступать. Чувака глаза горят, если что. У двух. Смотри, что там наверху. Это могила героя? Да, это очередная могила героя. Мне, пожалуйста, обратно, потому что сейчас я тут ничего не сделаю. Прикиньте, сейчас вот как в Айзеке, находишь книжку, как прыгать. И тебя учат прыгать. Тут такая цветовая палитра странная. Она вроде очень красива, но одновременно очень непонятно, что вообще происходит. Надеюсь, эти чуваки не взбесятся, потому что, ох, я сомневаюсь, что с ними будет легко драться. Я не хотел бы, на самом деле. Это не то место, которое... предполагает, наверное, драку. Я же говорю, я повел себя как варвар, мне чайку принесли, а я кинулся на этот чайный столик, как придурок. О, какое местечко-то. А тут запросто могут быть какие-то бумаги, знаете. Ну, свет расположен так, что я могу и пропустить. По книгам можно взобраться туда-сюда. Меня прям вот так предлагают. А как обратно, извините? Обидно. Ну да. Придется забрать собор. Ух ты. Между прочим, 40-я страница, и даже вот здесь, кстати, кто-то на это кофе ставил, обведено, и типа под таким вопросом, хотя я даже не знаю, что это такое. Так, 13, 8, пока что я не особо понимаю, 37, 40, у меня все равно не хватает страниц. А, кстати... про страницы. Дверь в горах. Да, я не знаю, как ее открыть. А как? Мы были с вами возле этой двери. Я как раз не знал, как ее открыть. Но как вот это... Но это дает нам какие-то шансы. Хорошо, я понял. Эти пятнашки, значит, от двери в горах. Каменоломня. Да, были там. Мы с вами, если вы помните, пришли вот отсюда. Тут был прорыв. Вот тут мы дрались с тремя чувачками. Но теперь у нас есть карта каменоломни. И говорят, что здесь можно добыть ружье. Но он же пистолет. 37, 38, 39, 40. Блин, я на 39-ю-то и не посмотрел. А это... Здесь очень опасно, и даже особо смелым не стоит сюда соваться. Во внутренний двор допускаются лишь призраком. Там костяшки. Костяшки вроде ничего. Дырук и затерянное эхо. Эхо себя. Вот эта штука будет, наверное, сложная. Но где это и что это? Это мы сейчас нашли очень важные страницы, если что.
Так, там сервак, тут портал. Но он не работает, потому что мне нужно активировать сервак вот этот вот сначала, наверное, да? Но мне кажется, если я его активирую, то сейчас начнется звездец. Это запитало нам и сейв, которым я воспользуюсь. И это также запитало нам портал. Давайте просто посмотрим, куда. Я вижу, тут лестница еще есть. Ну, хотя бы понять, что это за место. Ага. Оно у нас... Оно у нас относительно в общем списке. Отлично. Значит, сюда мы можем попадать. Окей. Окей, супер. Хорошо, раз оно здесь находится, я надеюсь, что это не одноразово, просто чтобы выйти отсюда, а что... Да, пожалуйста, слезешь ты, дружище-то, а? Ой, сундучок. Неожиданно. Просто денежка валялась. Может, тут есть еще такие? Погоди, а что если... Я к ним просто неправильно подошел, да? Халява? 334, между прочим. Неплохо. Халява, сэр. Значит, вот эти серваки, это, грубо говоря, такие батарейки. Так, дружище, а... С тобой ничего нельзя сделать, точно? Место выглядит офигенно уютным. Ну, я понимаю, это лаборатория, тут царит хаос... Но оно выглядит просто суперски. Я бы тут жил бы. Эмерит. Так, сюда пройти никак нельзя. Тут зельки. То есть явно все это было сделано здесь. Что, блин, извините? Нет! А я не могу. Библиотекарь. А можно? Наша встреча была ошибкой, дружище. Эта штука гораздо жестче, чем машина штурмовая. По той простой причине, что очень ограниченное пространство, и оно быстрое, и оно летает, и... Я там потерял какие-то деньги, но мне на это пофиг, я туда не пойду, я сейчас еще не готов. А пойду я сейчас... Ребятушки, знаете, значит, у нас есть один босс тут, один босс там. И к ним есть прямые порталы, как к ним добраться, окей. А пойдем мы сейчас с вами во Frog Domain. И... Я думаю, что нам как раз сейчас туда и нужно, по той причине, что нам сказано, что было три неких артефакта. Один был спрятан под землей, и нам вроде как намекнули, что это про все происходило во Frog Domain. Та, свали ты от меня! Мелюзга. Оп! Оп! Ясно? Да, до свидания. Да ну, эти, вот эти ребята со щитом, это вот вообще уже... сейчас я хочу убедиться, что я правильно все понял. Где оно тут было? Так, это каменоломня. Да, можно еще обязательно... Не можно, а обязательно нужно ходить в каменоломню. Я, правда, тоже не знаю, что там и как будет. У нас есть два босса на на стендаун. Вот здесь. Видите? Угу.
В общем, мне сюда. Там вот эта вот зеленая штукенция, и мне кажется, что мне сюда. До свидания. Не подходи ко мне. Оп. Ну, просто пока что мы прокачались, и пока что мы относительно... А можно... Очень жаль, что нельзя притягивать себя к мобу. А ты тут каким образом? Да я пить хотел. Так, секундочку. Я быстро чекну, я не помню просто, что здесь. Но здесь вроде я все... Зачем мне вот это? Ага, вот зачем. Значит, я тут не все забирал, окей. Третий осколочек, наконец-то. У меня плюс еще одна бутылка сейчас будет. Вот ее и выпьем. Окей, не зря зашел. Просто у меня было ощущение, что я сюда с новыми скиллами еще не заходил. А тут все может быть не так просто. Хм. Осталось две бутылки. Я не знаю, что я там с ними навоюю сейчас, если придется воевать. Если нет, так нет, в общем-то. Погодите. Я не там. Я не там, потому что мне нужно вот сюда. Там-то нет никакого прохода. Да. Тут я просто запираю себя в очередной раз. Раз я пока всех этих ребят сгреб, я не буду пока садиться отдыхать. Посмотрим, как оно все будет происходить. Вот сюда. Ты издеваешься к черту, да? Бесит. Я забыл, что здесь проход. Вот он. Так, ты у нас, дружище, тоже не воскреснешь? Вообще никак. Видимо, нет. Итак, мне сюда. А, уже украдено. Вот что оно было. Все, я понял. Я понял. Я просто забыл, что оно именно вот так. То есть оно украдено, а где оно? Мы не знаем. Наш весь поход сюда был тоже ошибкой. Кто бы знал, ты кто бы помнил. Ну, как бы, я знал, я помнил. Так, волшебный шар, который я получил, который нам больше, в принципе... А тут серваков не было? Нет, мне кажется... Не было. Тогда пошли отсюда. Давайте подумаем, куда и как можно сходить. А возможно... возможно, не стоит бегать. Возможно, нужно бы все-таки подраться с каким-то одним из боссов. А может быть, даже с двумя. Или же все-таки пойти... Ну, блин, я не знаю. Идти на новые территории. Допустим, у меня сейчас какой-то скилл требуется, который...
Как все это трудно. Дело в том, что у меня, честно говоря, сейчас нету, ну, ни сил, ни настроения драться с каким-то огромным боссом, а боссов страшных больших у нас два. Вот, поэтому... Я даже не знаю. Так, дружище, ты у нас в пролете? А, нет, 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 мне сюда. Я пошутил. Да-да-да, я. Все так и было. Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. И от вас, дурачки, убегу. Тут нас телепортируют в библиотеку. Туда нам не надо, мы там уже были. У нас получается сейчас три направления. Мы можем пойти подраться со штурмовой машиной. Мы можем пойти подраться с библиотекарем. Или же мы можем пойти в каменоломню пощупать. Но я не уверен, что и как там будет. Давайте еще раз посмотрим про каменоломню. Если я это правильно называю. А, есть еще... Да, смотрите. Стоп, заметки. Что? Заморозка плюс посох в скобочках, плюс... Погодите, вот... Так, я вот этого не видел. Оранжевое кольцо опасности, лазурное кольцо опасности, зала перемены. Но это у нас превращает бутылочки, да. Ножной браслет. Я быстрее двигаюсь, наверное. Громкое эхо. Волшебное эхо. Огненный... Огненный меч. Так, погодите. Сосуд удачи. Наруч. Настойка. А, настойка, смотрите, увеличивает урон, понижает защиту. Окей, понял. Колокольчик тишины. Громкое эхо. Это, видимо, то, с чем я сейчас схожу. Я сейчас, оказывается, хожу с громким эхом. Так, а... Вот так получается. Сосуд удачи. Может, удачу взять? Что такое... ремешок для кинжала, это не знаю. Волшебное эхо. Что значит волшебное эхо? Ну, вот эта штука, которая говорит, что типа не наносит урон, но зато поджигает. Ааа... 60 секунд, где-то. Офигеть, сколько здесь тайн, просто задницей жуй. Сосуд удачи. Что за... лучше дроп. Ножной браслет. Ну, хорошо, ножной браслет, это, ну, судя по ауэ, по виду, скорее всего, добавляет мне скорости. Так, хорошо, теперь вот эта штука. Это в лесу. Это как раз, по-моему, то место, куда я не знал, как попасть. Но он мне говорит, что вот так. Плюс вот так. Но это не имеет смысла. Погодите. Да не ты. Погодите. Нет, стой. Да нет, вот так. Ха-ха! Офигеть, вы поняли?
Чтобы портнуться к мобу, нужна вот такая комбинация. Его нужно выстрелить с заморозкой, тогда это его примораживает. Ой-ой-ой-ой-ой, я как раз говорил, а как же сделать так, чтобы к мобу-то портироваться? Ой, блин, чувак, уйди, не до тебя. Вот, вот вообще не надо. Отвянь от меня. А к мобам можно портироваться. К мобам, собака, можно портироваться. Да, залезь ты. Это очень многие вещи объясняет. А где я окажусь? Точно. А зачем? Не точно. То есть, подождите минуточку. Но там же не было... Но там наверху не было моба. Если я правильно помню. Мы сейчас говорим про лес, который был в прошлой серии. Я думал, как там к сундуку забраться. Но там наверху не было моба, мне кажется. Посмотрим. Я, возможно, туда вернусь. Или, возможно... Ох, как это все... Ой, смотрите. Мне две монетки не хватает. Ребят. Вы послушайте на благое дело. На благое дело. На плакое. Значит. Да. Ману мне прокачаете. Кимази 3. Супер. Это выходит у меня атака 3, защита... Ой, атака 4, защита 4. Зелья восстанавливают на плюс 3. Очков здоровья в больше всего, потому что 5. Выносливость и магия на трешечке. Больше я пока ничего не нашел. Тогда. Имея такие знания. Так, да, у нас еще дверь в горах есть. Которую я забыл, как добираться. Ну ладно, это не самое большое. Займи свое законное место. Это вот сразись с библиотекарем, наверное. Замок фей, тайное место встреч. Собор. Болото. Я вообще не знаю, как на болото-то попасть. Возможно, возможно, через каменоломню можно в болото попасть. Кстати, да, как вариант. Ядовитый туман. Ладно, знаете что? Давайте, наверное... Вот это меня приведет куда? Это меня к снежному приведет? Три. А, нет, 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 погодите. Давайте я, наверное, все-таки попробую сейчас вальнуть боевую машину. Блин, я не хочу этого делать, но я попробую. Пойдемте к портальчику. Сейчас вообще вспомню, где все это находится. Ну, не в смысле портал, а в смысле расположения портала. Я второй раз попадаюсь на вот эту фигню. Кстати, с них неплохой фарм. Просто врываешься в эту толпу и резко все нормально. Так. Вроде как нам вот сюда наверх. Да, и тут у нас прям костерочек сразу же. Я вот вообще не ощущаю, что я его сейчас убью. Ну, давайте попробуем. Опять же, заявляю вам на 254%, что если... Я сейчас несколько раз попробую, но это будет как с садовым охранником. Если я почувствую, что вот прям вот не идет, извините, я не буду честно его проходить.
Эта игра всем хороша, кроме чертовски сложных боссов. Я понимаю, что это соус-игры, что я там должен сидеть 2,5 дня, мучиться, пока я не подберу к нему все тактики. Честно, просто не хочу, извините. Поэтому я сейчас несколько троечков сделаю. Я уворачивался. Это было страшно сейчас. Да за... Я не могу, он крутится быстрее, чем я хожу. Вы чё? А, вы это видели? Какой я должен быть силы, чтобы вот этому противостоять? Возможно, у меня оружие какое-то должно быть или еще что-то. И все, у меня закончились банки. Я ему даже одну полоску не снимаю из четырех. Не, ребят, это будет даже не несколько траев. Я понимаю, что или мне нужно просто сейчас заморачиваться и тратить на него еще черт знает какое время, или мы сейчас сделаем вот так, идем в настройки, специальные возможности, без проигрыша. И давайте заодно без лимита выносливости, потому что я заманаюсь его проходить иначе. Пойдем. Честно, просто нет сил на это. Вот, эта игра офигенная, как вот почилить на расслабоне, поисследовать, да, с мелкими мобами подраться, но, ты готов? Вот, но вот эта штука... Ой, ему по заднице можно... У него всего лишь две точки удара, кстати. Смотрите, в чем фишка. Да ну не вертись ты. В отличие от тех же соус игр, в которых ты можешь просто там стоять, пятку чесать боссу и просто проходишь его потихонечку. У этой твари две точки удара. Морда и задница, и все. То есть понятно, что это все хардово, понятно, что это все предусматривалось для того, чтобы ты там сидел, горел и мучился. У меня абсолютно другой вайб от этой игры. И знаете почему? Потому что я изначально к этой игре подходил как к Двери Смерти, Death Door, если вы помните. Там были сложные боссы, но они были не соулс сложные, они были просто сложные. Были, да, достаточно сложные, приходилось по несколько раз их травить, но они не были такими раздирающими. Ну, успокойся уже, чувак, опусти сюда морду. Да хорош. Ну, у меня короткий меч, он передвигается быстрее, чем я. Так что этот бой заведомо проигрышный. Да-д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 а. Я просто надеюсь, что мне дадут какую-то обилку после вот этого. Я не хочу его просто так бить ради денег там или что-то. Я это делаю по той постоянной причине, что а вдруг мне не хватает какой-то обилки, чтобы двигаться дальше. Буду его магией добивать. Рвануло красиво, не спорю. Я вот эту штуку могу у него получить? Какой-то болтик. Я могу им
пользоваться. Но он у меня появился там, где щит, и там, где фонарик. Но... ну, как им пользоваться? Так, во-первых, давайте я сразу в настроечках пойду, вот это все поотключаю. Но это же не прыжок. Или прыжок. Или какой-то антигравитатор. Что я получил? Блин. Ну вы издеваетесь. Я хотел с него что-то получить. Я это получил, собственно. Но я без понятия, что это. Оно числится. У меня есть фонарик, но фонарик это пассивка. У меня есть щит. И у меня есть еще что-то. А вот что это? Погодите, может быть мне где-то кто-то в описании что-то скажет. Тут про предметы хоть что-нибудь еще будет. Так, кстати, 49 страница, это у нас 20... Точка контроля померла 24, это я понял. Лазурное кольцо опасности, зала перемены, сосуд удачи, колокольчик тишины, бла-бла-бла. Это мы вроде относительно все поняли, прочитали. Так, атака, защита. Здесь про эту штуку ничего не говорится. То есть есть посох, есть ледяной осколок, есть... видите, тут есть еще какая-то штука секретная из волшебных предметов. Также есть меч, щит, все дела, золотые монеты. Но нет ничего про вот эту фигню, которую я получил. Печаль. Ой, кусочки камней двигаются. Ладно. Да, согласен, это полнейшее читерство. Стыдно ли мне за это? Наверное, и да, и нет. А, вот куда это, я понял. Там написано, что это смертельно опасно. Я же не пройду игру сейчас случайно, я надеюсь. А, это красная субстанция. Глубоко в лесу. Это красная субстанция. Такая же у нас была... вот такой же столбик у нас был у лягушек. И там было сказано, что уже... там сказали, что уже украдено. Так, хорошо. А где оно? Оно типа теоретически просто есть, да? Или куда нам это надо было вставить? Я не помню. Не, чуваки, это не про вас. А, я горю. Но хорошо, знаете, то есть... Красную субстанцию мы добыли. Осталось синее и зеленое. Зеленое где-то украдено, синюю где-то можно... Синее, возможно, у библиотекаря наверху. Так, ладно, у нас есть зимний проход, у нас есть каменоломни, у нас есть библиотекарь. Я думаю, возможно, что библиотекаря мы будем проходить таким же самым образом. Я пока что не уверен, но мне кажется, что таким же. Пишите, что вообще об этом думаете. Вот, а дальше мы с вами уже пойдем в следующей серии. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.